чемпионка мира, олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках Анна Щербакова. Настало время наконец-то вручить студенческий билет, тем самым открыв ребятам двери в студенческую жизнь. Здравствуйте! В современном мире нужно постоянно учиться, ведь он так быстро развивается и меняется, что мы даже не знаем, какие знания нам могут потребоваться. Что еще нам предстоит для себя открыть, чтобы в будущем этим воспользоваться? Поэтому давайте учиться, пробовать, экспериментировать, давайте практиковать наши знания и искать себя. Ведь студенческая жизнь, она именно для этого. Я верю в то, что для каждого из вас это время будет максимально успешным и продуктивным. И я желаю всем нам удачи, терпения и вдохновения. Спасибо. Спасибо за такие прекрасные слова. Ну все, удачи вам, праздник.